Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в кремалочку с Ремазинху Реплей, 7-й сир, моник здесь Кирилл Футболь. Итак, чуваки, сегодня мы будем ставить гидравлику на вот этого красавца. Как по мне, это самый лучший, так сказать, джип на сервере. Почему, если кому интересно, почему я так считаю, то напишите в комментариях, я сниму об этом видос. Итак, давайте сядем, гидравлика стоит 300 тысяч, по-моему. Не знаю, блин. Он так со старта пуляет, понимаете, чуваки, что это просто жесть, реально. Он со старта пуляет. Я гонялся с ланцером фуловым. Я просто со старта ланцера делал на 7 корпусов, чтобы понимали. И бэха М5 стоковая меня тоже не обгоняет. У меня полностью он чипованный, получается. Стоит 2 чипа, нитро. Блин, будет тут очень круто. У меня старый, если что, модпак. Амазинга, что предыдущий был, а не новый. В новом это X5, X5M точнее, а это X5 просто. Вот в этом кузове мне больше нравится. Такой брутальный, такой классный, блин. Поэтому я буду с таким играть. И я писал в группу модпакера, кстати, чтобы он ее вернул. И вроде бы он ее делает. Я видел там скриншоты, поэтому... Скорее всего, наверное, X5 будет в новом модпаке. Вот такой, как у меня сейчас. Поэтому это очень круто. Сейчас выйдем поставить гидравлику на вот этот X5. Блин, он так пуляет, серьезно, блин. Было бы круто, если бы он на дыбы вставал на старте. Это было бы просто идеально. Ну, я думаю, это не получится, но попробуем все-таки. Если он встанет на дыбы, это будет просто охрененно. И также, возможно, сходим в казино. И в следующей серии, наверное, я здесь на 07 серии создам фому. У меня, кстати, было сколько? По-моему, 4-5 миллиона. Я лям проиграл в казино и лям Джонни дал Прайту. Он себе там домик купил возле меня недалеко. И купил себе шаху и скин. Он уехал, по-моему, на месяц или будет уезжать на месяц. Поэтому я его не буду видеть. Так, давайте проезжаем по бырику. Сейчас поставим гидравлику. Блин. И починимся заодно, я думаю. Так, вот я уже доехал, короче. Заезжаем. Так, пишем тюн. Тюн. Гидравлика, вот. Гидравлика стоит 300 тысяч. Ставим гидравлику, короче. Давайте я скриншот так и сделаю. Так, гидравлику все мы поставили, да? Получается. Окей, так. И починим машину еще. Так, все, выехали. Конечно, блин, да, гидравлику ставить это очень глупо. Ее потом не снять никак, но, блин, не знаю. У меня ни на одной тачке не было еще гидравлики. И сейчас посмотрим, будет она полезна нам или нет. И кто не знал, кстати, вот сейчас надо вот такой скрин еще сделать. Сейчас фары включим. Вот так вот можно сделать. Во! Лол, вот это четенько просто. Это просто четенько. Я думаю, выглядит неплохо тогда. Если бы он с места так поднимался, блин, это было бы очень круто. Но он не поднимется, хотя может сейчас под горочку пробуем, может под горку поднимется, потому что у него старт бешеный. Надо вид от первого лица выключить, во, все. Так, сейчас пробуем, короче, пульнуть с места, вот, под горочку вот такую вот. Поднимаем жопу, точнее морду, и... Не, на дыбу он не встает. Хотя может под этой горочкой на дыбу встанет, если вот так вот ехать и резко газ нажать. Нет, не поднимается он на дыбы. Ну, я так и думал, что не поднимется дыбы, потому что, блин, ну это нереально, серьезно, сделать. Хотя было бы круто, если бы как-то бы в КРМП добавили, чтобы машина, там, драгова какая-то стала на дыбы при старте. Я думаю, это было бы довольно-таки круто. Давайте еще зайдем в казино, посмотрим, что у нас там. Может, с кем-то поиграем. Под ним, может, баблишка. Хотя, может, и сольем. Ну, ладно. Поехали, поиграем. Так, народ, походу, есть здесь, да? Погнали, зайдем тогда. Так, глушим машину. И погнали, зайдем в казик. Киря, стой. Что? Я тут подписчик. QQ. Я твой подписчик. Катя, я твой подписчик. Круто. Сирийка, плюс.
Да, чуваки, серийка. Давайте заходим в казик. Так, вон чуваки, я так понял, играют. Так, а где они только играют? Хрен пойми. Так, стоп. А где? А, вот, с той стороны. Погнали с кем-то поиграем. Так, ну у меня тут только кейс есть, я так понял, да? Ну, не знаю, хотя бы чуть поднять. Ебашу в упор. Так. С кем бы тут сыграть можно на какую-то ставочку? Я бы сыграл на самом деле. Так, я кидаю на 50 тысяч. И я слил, да. Печалька. Давайте еще на 50 тысяч кинем. Есть! Изи поднялся просто. Вот это нормально. Просто изи. Выиграл 246 тысяч. Ну, чуть меньше, потому что комиссия. Еще 50 тысяч. Нормально. Нормально, так, нормально. Думаю, неплохо. Еще сейчас на большую сильно ставку кинет. 70 тысяч. Ну давай. Ничья. Ну блин, было бы неплохо хотя бы, чтобы 2.5 было. А на 2 миллиона кидает. Ты что, ебанулся, чувак? Нет. Нет, я не фейк. Нет, я не фейк. Сейчас бы фейка меня называть. Ладно, похер. Лям, да нет, чувак, иди гуляй. Я не буду на такую сумму играть. Такой хитро выебанный чисто, блядь. Просто ру. Нет, я не буду. Смотрите, он просто кидает большие ставки. Лол. Нет, чувак, я на 100 тысяч могу сыграть разве что. Плюс 70 тысяч еще. Вообще заебись. Ахаха. Чувак говорит, что я фейк. Иди в описание под видео проверь. Иди в описание под видео проверь. Просто ору, блядь. Сейчас бы меня фейком называть. Ладно, мне похер, в принципе, ладно. Хер на него. Блин, нормально мы так поднялись, в принципе. Сколько мы? 300 с чем-то тысяч подняли. 600 тысяч. Не, на большие не хочу играть. Давайте кинем ему на 50 тысяч. Дайс 82.50. Я солю сейчас, по идее. Отказался. Скучно. Ну давай на 1000 сыграем, я проиграл. У меня зато единичка выпала. 2 ляма. Нет, чувак, гуляй. 2 ляма не буду, потому что мне еще конкурс, пацаны, делать. Поэтому 2 ляма я пас. 450 тысяч, бля, это не, я манал. Блин, если бы на 100 тысяч, я бы сыграл бы. А так на 450 дня. Хотя, может, я бы и выиграл. Ничья. Пятерка выпала. Киря топ. Ладно, давайте сыграем с ним. Есть! Просто выиграл. Изи мани просто. Изи мани. Плюс 450 тысяч. Вообще заебись. Просто заебись, блядь. Вот это мне нравится. Все, можно уходить. Надо вовремя останавливаться, пацаны. Всем так советую делать. Бля, куда моя тачка пропала? Давайте чуваку бабок отсыпем. 10 тысяч. Так, на. Раз. Два, три. Держи. Все, заебись. Просто поднялись казики. Я думаю, такая прикольная серичка была. Как бы. Мы сколько подняли? Где-то 700, не, где-то 600 тысяч подняли. Да нет, спасибо, я пинбол не хочу. Ну ладно, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.